для кратковременного отдыха. Но это место, где собираются байкеры, наверное. Очень так необычно смотрится. Такие интересные конструкции. Я просто получил большое удовольствие, рассматривая их. Так, напомню, что это Каменск-Шахтинский. Объездная дорога Каменск-Шахтинского. Здесь расположено кафе, площадка, там, где собираются байкеры. Очень колоритное место. Ну, а продолжаем движение дальше. Заправляемся немножко. Почему немножко? Под завязку бензином. Сейчас не помню уже, какая стоимость бензина. Ну, в полном видео без ускорения я многие заправки, на многих заправках, ну, на заправках, где заправляюсь, говорю о цене топлива. Сейчас на память не помню. Много рекламы на 15 канале. Много полезной, много ненужной. Вообще, мое мнение, реклама должна на 15 канале длиться, ну, 3-5 секунд, потому что на большее время она уже начинает раздражать. С правой стороны недалеко проходит железная дорога, железнодорожная ветка. Прямо по курсу поселок Федорцев или Федорцев. Чуть дальше по ходу Верхнеговийный поселок. Ну, на карте видно, что тут овраги слева и справа. Справа по ходу река Говейная. Ну, а впереди развязка, эстакада, железная дорога и федеральная трасса М4.
к эстакаде железная дорога и федеральная трасса М4. Так. Впереди, далеко впереди Калиновка. С правой стороны Лиховский, Чичерина, Лихой. Слева Лавров, Володарский, Башковка. Сверху вот на карте видно много оврагов, поля. Впереди река Лихая. Далеко слева населенные пункты Колонка, Грязновка, Тополевый, Обухов номер 4, Обухов номер 7. С правой стороны, я уже говорил, поселок Лихой. Еще дальше от дороги поселок Розет, Тацин, Трудовой, впереди по ходу Холодный Плёс. Утро, не утро, а день такой пасмурный, картинка не очень впечатляет, хотя в реале гораздо интересней. Так, почитаю комментарии. Так, Александр пишет: склейка 12.05, 15.25 по регистратору. Кусок забыли вставить или останавливались отдыхать? Честно говоря, не помню. Просто был битый файл на видеорегистраторе, две карты памяти и запись идет поочередно, заполняется левая, идет запись на правую. И вот правая карта, 128 гигабайт, она вносила какие-то вот, ну, в общем, глючила, одним словом. Я связывался с техподдержкой, там предложили ее отформатировать в медленном режиме, 2 часа шло форматирование, но проблема не исчезла. Предложили приехать эту карту заменить. По всей вероятности, вот на тот момент, где произошел этот сбой,
Честно говоря, я как-то даже и не обратил внимания. Вот был битый файл. Он не считался видеоредактором и не открывался для просмотра. Так, продолжаем движение. Впереди по ходу поворот направо к поселку Русско-Прохоровский и Малое Зверево. Далеко с левой стороны по ходу Большая Федоровка, Малая Федоровка. И пока больше ничего не вижу. Так, логин. Дмитрий Джи написал: по поводу отображаемой скорости, скорее всего, включена настройка, отключающая внесение в штамп видеозаписи скорости движения автомобиля. Если она превышает разрешенную выше определенного значения, вероятно, стоит плюс 20, так как пропадает при скорости 110, при разрешенной 90. Так что соглашусь с Александром VII, на пропадание GPS не похоже. Совершенно верно, вы абсолютно правы. Действительно, у меня там стояло ограничение плюс 20. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Вот, так что это как раз связано с тем. Но тут еще есть такой момент. Значит, я оставил видеорегистратор. Видеорегистратор тестировал, включал его на балконе, ну, без движения, такая съемка была, тоже пропадало отображение скорости, ну, там ноль стояло, отображалась скорость ноль, потом она пропала. Но здесь, по всей вероятности, с большой долей вероятности, оказалось причиной то, что слабенький аккумулятор. И, по всей вероятности, я его запитывал от сети. Подпитка шла, по всей вероятности, нарушился процесс зарядки. Аккумулятор разрядился и пропала связь с GPS. Возможно, в этом причина. Неисправность такая вот плавающая, поэтому трудно определить, в чем причина. Так, ладно, вернемся к картинке. Справа по ходу движения на расстоянии примерно 2-3 километров населенный пункт Красный Сулин. Довольно-таки большой, через него проходит железнодорожная ветка, ну и по всей вероятности так и называется станция Красный Сулин. С левой стороны Владимировская, Прохоровка, поселок Донлесхоз. Впереди эстакада. Над железной дорогой. Слева по ходу лесостепь, поселок. Далеко от дороги Гривенная и поселок Гривенный. Гривенная — это станция. Справа по ходу поселок Пушкин. В общем, оживленная железнодорожная сеть с левой стороны по ходу движения. Так, возвращаюсь к комментариям.
Николай Усеянов написал, надо транспортер приобретать. Да надо, конечно, было бы, если бы движение было регулярное по платной, да. А так у меня от случая к случаю. Но все равно вопрос интересный. Надо будет присмотреться. Александр VII пишет. Когда скорость пропадает, это не связь пропадает, так как координаты видны. А слишком быстро едете. О, какой я шумахер. Справа по ходу будет Аютинский населенный пункт. Слева, далеко в стороне, Табунщиково, Качкан, Новокадамово, Новокадамово, Атюхта. Ну, довольно-таки оживленная местность. Много населенных пунктов. И с левой стороны по ходу город Шахты. Крупный город. Большое количество домов, пригородов. Большой населенный пункт, город Шахты. Справа по ходу поселок Веселый. Что рассказать о городе Шахты, ну, это можете почитать в Википедии. Он сейчас находится с левой стороны. Впереди будет развязка, по которой можно будет попасть в город Шахты. Но в город Шахты можно повернуть и не доезжая до развязки. Будет такой участок, где с трассы М4 Дон свернуть на улицу Дачная и по ней уже попасть в город Шахты. Вот как я говорил, значит, развязка и поворот, можно повернуть в город Шахты, можно на развязке то же самое сделать. При желании попасть в город Шахты возможностей достаточно. Так, вступил
в действии закон, обязывающий водителей иметь светоотражающие жилеты. Штраф до 1000 рублей. Мое отношение к этому вполне положительное. Я поддерживаю. Это нужно, очень нужно при междугородных на междугородных поездках. Потому что на видео сами видите, в темное время теми хоть глаз выколи и увидеть. И увидеть человека будет очень тяжело. Кошмар. Так. Ну, вдоль трассы слева и справа поля, небольшие рощицы. Далеко с левой стороны Марьевка. Ну, как далеко? Километр, наверное, от трассы. С левой стороны деревня, наверное, Аюта, Миллерово, Малая Сопка, с правой стороны Сусол, ну и выше пока не вижу более-менее крупных, средних или мелких населенных пунктов. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости, ограничение 90. Так что приобретайте светоотражающие жилеты. У меня есть такой жилет, но, по правде говоря, я его с собой не таскаю. В шкафу валяется. Даже в городе рекомендуют иметь светоотражающие элементы на одежде, там, на сумках, на портфелях, на рюкзаках. На самом деле это очень нужная и важная вещь. Вы сами, я думаю, об этом прекрасно знаете. Далеко справа большой должик, ближе к трассе Новоперсиановка, с правой стороны, с левой стороны опять-таки далеко проходит железнодорожная ветка, но далеко как, километра 2-3, станция Привольный. Поселок Староковыльный и казачьи лагеря. Впереди по ходу движения вижу на карте аэропорт Платов. Ну, в основном населенные пункты это с левой стороны по ходу движения. Там проходит железнодорожная ветка. Ну, соответственно, станции, деревни, поселки.
такие как Яново-Грушевский, Виноградная лоза, Персиановский, Красюковская. Это все с левой стороны аэропорт, с правой стороны. Правый поворот будет к аэропорту Платов. Пытаюсь на видео рассмотреть это место, поворот к аэропорту. Не знаю, что-то я не увидел на картинке. Ну ладно. Ну, в общем, с правой стороны. А, вот, по всей вероятности, это эстакада и поворот к аэропорту. Неплохая разметка. Легко, хорошо просматривается. Полотно дороги более-менее ровное. Но обычно не очень. Так, продолжаем движение. Впереди мост через реку Тузлов. Река Тузлов. С правой стороны населенные пункты Камышеваха, Грушевская. С левой стороны город Новочеркасск. Будет развязка впереди. Будет развязка, по которой можно заехать в Новочеркасск. За Новочеркасском большой населенный пункт, называется Кривянская. Ну, не знаю, это не деревня, конечно. Ну, наверное, поселок как-то называется так. Вот развязка. Значит, желающие в Новочеркасск могут здесь. Так, далеко впереди по ходу движения с правой стороны Красный Колос. Наверное, был совхоз или колхоз. Красный Колос. Ограничение 90.
Заезжаем на заправку для короткого отдыха. Короткий отдых, разминка. И продолжим движение. Ну вот тут многие грузовики останавливаются. Остановились, отдыхают. Просто сидят в машине. Кто-то дремлет. Ну, люди отдыхают. Но стоянка, правда, грязноватая. Слякоть. Вот на таких стоянках нужно... Нужно выходить в галошах. Мне частенько приходилось на таких стоянках попадать в ситуацию, когда слякоть. Для этих целей возил с собой высокие галоши. Даже заправочные станции попадаются. Такие, что в нормальной обуви не выйдешь. Нужно иметь обязательно галоши, сменные галоши. На улице холодно было, поэтому особо не постоишь, не подышишь. В машине гораздо уютнее и комфортнее. Ни в магазины, ни в кафе не заходили. В этом не было необходимости. Вот трасса М4, Новочеркасское шоссе, так называется. Кругом поля, насколько хватает карты. Поля, поля, поля. Ну, впереди развязка, северный обход Ростова-на-Дону. Ну, к ней, чем ближе к этой развязке, я об этом еще что-нибудь скажу. Вот впереди развязка, направо уйти, это северный обход Ростова-на-Дону. Но мы двигаемся по Новочеркасскому шоссе. За развязкой с правой стороны поселок Рассвет. Впереди камера. Ограничение 90. А с левой стороны Аглас. Мускатный.
Ну вот мы проехали под эстакадой. Справа Ковалевка, Золотой Колос. Но Ковалевка достаточно крупный поселок. С левой стороны поселок или деревня Волна. Волна. Далеко справа Щепкинское шоссе. Потихоньку. Потихоньку приближаемся к городу Ростов-на-Дону. Железная дорога с левой стороны, станции Александровка, Пчеловодный, Большой Лог, то с левой стороны справа Ковалевка, Водопадный. Водопадные, янтарные, но это пригороды Ростова-на-Дону. Подъезжая к развязке, на развязке уйдем на улицу. Улица Западная. В объезд города Ростов-на-Дону. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 90. Ростов, папа, обходим его по объездной дороге. Объезжаем Ростов по Западной улице. Ну, через город ехать это в пробки, в заторы. Особого желания нет, конечно. Была мысль проехать через город, снять видео. Но в конце концов решили объехать его.
Так, ну вот, двигаемся по дороге А-135 в объезд. Проба, которая показывает Яндекс.Навигатор. Ну, к Яндекс.Навигатору я отношусь с большим подозрением, потому что неоднократно попадал в ситуации, о которых вспоминать даже не хочу. Я предпочитаю лучше постоять в пробке на большой дороге, чем по козьим тропам, по которым ведет навигатор, двигаться. С левой стороны от дороги грибной канал. На карте он отражается с левой стороны. По ходу движения с правой стороны озеро Цыганское. Вот, как-то так. Слева и справа железнодорожные пути. Впереди они создают огромную паутину. Двигаемся по дороге А-135. Восточное шоссе. С правой стороны город Батайск. Бывал там неоднократно, но еще по старой дороге, когда не было построено Восточное шоссе. Было это, не знаю, лет 5, наверное. Батайск. Объезжаем Батайск с правой стороны и вливаемся в трассу М4. Вот, наконец-то объехали Ростов-на-Дону. И продолжаем движение
от России М4. Объехали Ростов-на-Дону и Батайск и двигаемся вновь по трассе М4. С левой стороны станция Мокрый Батай, далековато. С правой стороны Опорный. Камера в спину. Ограничение 90. Камера в спину. Ограничение 90. Очень приятно. Много информации на 15 канале, много полезной, много хлама. Так, пока идет процесс оплаты, посмотрим, есть ли комментарии новые, нет. Так, комментариев нет. Ну ладно. Пока комментариев нет. Впереди поворот, правый поворот на Суходольск, наверное, в 2 километрах, 1,5-2 километра, Суходольск. Аккуратные улицы. Ну вот, опять двигаемся по платному участку трассы М4.
Ничего примечательного ни слева, ни справа пока не видно. Впереди населенные пункты, но об этом скажу позже. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ну вот, с правой стороны будет Самарская, поселок Задонский, Победа, Левобережный, в отдалении Песчаный, Кочеванчик, Николаевка. А с левой стороны Воронцовка и Самара. Так, с правой стороны был поворот на Новобатайск, с левой стороны Новотроицкая, Каянский, и с левой стороны Самара, деревенька такая небольшая. И опять поля, поля, поля. Железнодорожная ветка с правой стороны проходит на разном расстоянии. Другой пока информации не вижу. Так, с правой стороны поселок Каяльский. Чуть дальше Ельбузда. Еще дальше справа Галагановка. И повторю, что с правой стороны идет железная дорога. Четкая разметка, вполне комфортные условия для движения. Двигаемся в сторону Крыма. Поселок Степнянский, справа Бурхановка. Смотрю по карте, что слева, что справа. Поля, нарезанные ровными прямоугольниками. Одни зеленые, другие. Ну, наверное, зимы сеют, не знаю.
С правой стороны, повторю, железнодорожная ветка и станция «Звездочка». Впереди Цукерова балка по ходу движения. А слева Алексеевская, далеко. Слева зеленая роща. Продолжаем движение. С левой стороны водяная балка. Совсем близко к дороге раздольная. С правой стороны железная дорога. Далеко Тавруб первый, потом Тавруб второй, станция Красная. И поселок Красное, или селение Красное. Интересное название. С правой стороны поселок Новый Урожай. С левой стороны объездная балка. Далеко впереди слева гослесопитомник Ивана Слесаревская. Совсем далеко от дороги Ильинская. Вот как-то так. Ну вот, на картинке видно манера движения в Ростовской области. Обратите внимание, почти все большие грузы двигаются по левой стороне. Спрашиваешь по радио, почему вот так? Говорят, что правая сторона раздолбана. Я особой раздолбанности на правой стороне не вижу. Просто ГИБДДшникам нужно навести здесь порядок. Поставить знаки, что движение грузового транспорта только по правой стороне. И камеры видеофиксации. Тогда, наверное, будет наведен порядок. Кстати, такая манера движения раздражает. А сгонять светом фар или устраивать разборки, ну, это дело бесперспективное. Только ГИБДД может навести тот порядок. Левая полоса скоростная, обогнал, вернее не обогнал, а опередил и уходи вправо. Так, ладно, вернемся к карте. С
правой стороны сейчас проезжаем. Поселение Кущевское, печально знаменитое. Поля, как по ниточке, ровные, ровными рядами. С левой стороны река Кугаея. Река Кугаея. С правой стороны Кущевская. Железнодорожный узел. Тут несколько веток. Те события, которые были в Кущевской, об этом много писали. Много информации было в средствах массовой информации. Что там творилось, конечно, уму непостижимо. Но сверху район смотрится. Тут поля просто картинка. Как будто по ниточке разметка сделана. Прямоугольные формы. Как проехали Кущевку, даже не заметил. Повернул камеру влево. Не знаю, что хотел снять. Сейчас уже не помню. А, по-моему, там вертолет кружил. Ну, на большом экране будет видно. По-моему, вертолет летал над полями, мониторил поля. С правой стороны, походу, река Ея. С левой стороны поселок, отделение номер 1 совхоза Новосергеевский. Там же недалеко поселок или поселение, или посев, отделение номер 2 совхоза Новосергеевский. Посев, наверное, не поселок. С правой стороны, в километрах, наверное, полутора-двух, поселок Первомайский, знамя коммунизма. И пока ничего больше не вижу. Так, посев отделение номер 6 совхоза Новосергеевский. Это с левой стороны, с правой стороны Кисляковская. Будем по мосту пересекать реку Ея. Вот тут надпись «Бал Дыбенко». Балка Дыбенко, наверное. Банка, балка Куция, балка Стронова. Напомню, что с правой стороны на расстоянии примерно 1,5–2 километра проходит железнодорожная ветка. Железная дорога и станция. Впереди камера. Ограничение 90. Кисляковская. Впереди мобильный пункт.
Так, подходит к окончанию пятая серия. Через минуту-полторы, наверное, серия закончится. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Пишите советы, рекомендации, подсказки, то есть ту информацию, которую считаете нужной и которая может пригодиться автотуристам, автопутешественникам и тем, кто отправляется в дальнюю поездку. На этом я комментировать заканчиваю. До следующей серии.